скажи что-нибудь. Всем привет и добро пожаловать на канал Gloves & Kit. И сегодня мы сделаем тест в реальных полевых условиях на самую бюджетную модель от первого российского производителя Alpha Keepers, Alpha Keepers Roll Star. Печатки с 4-миллиметровым латексом по цене всего 2500 рублей. И давайте рассмотрим их в действительно полевых живых условиях при снеге, с дождем, очень неприятная погода, мяч скользкий, поле скользкое. В общем, испытаем во всех реальных условиях. Вот и прошел наш тест в достаточно сложных погодных условиях, в условиях зимы, снега, это не просто дождь. И давайте подведем некоторые итоги. Во-первых, в перчатках тепло зимой и очень комфортно руке. Во-вторых, сцепление с мячом в мокрую погоду и даже в снежную погоду просто идеальное. Мяч просто держится в руках как влитой. И это очень круто, особенно если учесть, что перчатки попадают в ценовую категорию до 2500 рублей. Латекс действительно достаточно толстый. Если поначалу подкладка кажется не совсем комфортной, то в течение игры она разнашивается и становится действительно очень приятной по руке. И в целом перчатки ощущаются достаточно толстыми и гораздо дороже своей цены. Поэтому однозначно, если у вас размер с 4 по 8, я вам их рекомендую. Надеюсь, что видео получилось интересным и информативным для вас. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш Инстаграм. С вами был канал Gloves & Kit. Всего доброго!